Я Эль со школы, я очень уставшая. У нас сегодня была выставка проектов в школе, и наконец-то я все сдала, меня выслушал учитель, и мне не надо беспокоиться насчет этого. Правда, потом скоро пойдут экзамены, но это все, да, это все плохо. Но да, я иду со школы, и я безумно устала, но сейчас соберусь, мы пойдем кататься с друзьями на скейтах. И да, будем вкусно кушать, весело проводить время. Да, еще что из моих последних покупочек, что я все приобрела. Я купила себе кружку Starbucks, потому что мне очень неудобно ходить с water bottles, просто с бутылочками для воды. Они для меня очень неудобные, они мне вообще не нравятся. А тут это выглядит очень красиво. И не обращать внимания, там, это, в общем, да. Ох. Они выглядят очень красиво. И мне нравится вообще, как бы, да. И струмочки пить, кстати, гораздо не то, что приятнее, не то, что полезнее, но вообще нужно пить маленькими глотками, а не заваливать свой желудок водой, чтобы он не растянулся. Поэтому то, что тут есть трубочка, то, что она не вылетает, все хорошо. Все включено. Вот. Так устала. Ойго. Я знаю, что давно не было видео. Вообще, я всю эту неделю как-то хотела прийти и снять видео на свой второй канал, который не про Корею. Я хотела снять, но так как у меня не было времени. Ну хотя да, у меня было время, но я его решила тратить с пользой и просто спать, потому что очень много стресса как-то я получаю за учебы, и хотелось выспаться как-то, ну не знаю, отдохнуть что ли. Вот, а сейчас все, сейчас последняя неделя школы, последние 3 дня школы даже. И потом у меня пойдут экзамены, елки-палки. Я совершенно не готова, потому что все это время я делала свой проект. Я совершенно не знаю, как я буду сдавать химию и алгебру. Но вот, да. Что еще вам рассказать? Не знаю, наверное, все. Да. Пойду домой. Переоденусь, искупаюсь, потому что на улице очень жарко, и пойду кататься. Вот, я не знаю. Нас позвали кататься какие-то корейцы, и мы с ними катаемся. Я чувствую ажиотаж, как это назвать. Кстати, да, есть немножко. Ну, я чувствую себя крутой, что сказать. Я крутая, много пока. Я сейчас иду под дождем, зонтиком, как видите. Иду я в кафе делать уроки с Машей. Потому что я, вот вам факт обо мне еще один, кстати, я не могу заниматься дома, я отвлекаюсь очень на многие вещи, в основном я хочу на кухню, постоянно в холодильник залезаю. Ну да, поэтому я иду в Starbucks с Машей, будем заниматься. Сначала я хотела ей отказать, потому что я думала, что я не смогу с ней заниматься, ибо мы не можем с ней просто сидеть. Мы болтаем, угораем, нам весело, нам хорошо. Но она сказала: нет, Диан, я хочу заниматься. Так что я ей доверилась, не знаю, что из этого получится, конечно. Ну да, у нас какая-то очень такая ленивая погода. Я ужасно устала, просто прям вообще. Я прям даже не знаю, что делать. Ух ты, какая машинка. Interesting. Ну ладно. Я очень-очень устала. И морально, и физически. Я не знаю, почему. Просто эти... Вот, у меня осталось последние 2 недели школы. То есть 2 недели, и я улетаю в матушку Россию. Но, ёлки-палки, эти 2 недели будут идти так долго, как эти, блин, 6 месяцев. Ой. Так что, да, иду я к Маше. И надеюсь, я выложу на этой неделе хоть что-нибудь вам. Потому что, ну, я не знаю, я буду, конечно, стараться, но не знаю. Там зеленый цвет горит, вот как обычно. Вот, так всегда. Но бежать я не буду, ибо нет.